сегодня открываем филиал Центра войн в Тюменской области. Для того, чтобы научить курсантов, научить всех нас любить и защищать Родину. Всему этому и учит воин. Учит уже тысячи юношей и девушек. Мы с вами открываем имущественный комплекс нашего филиала Центра воин. Здесь, на центре «Стальной азарт», мы сможем реализовывать самые разные инновационные образовательные программы для подрастающего поколения, проводить крупные мероприятия, заниматься военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием. Поздравляю всех с открытием и желаю, чтобы все планы были реализованы.